как жизнь? К бою готов. Здорово сражался. Слушай, там защитники природы попали в ловушку и не могут выбраться. Тебе стоит пойти туда. Вдруг поможешь. Я и раньше бывал в передрягах, но не...
Пожалеете об этом, говнюки недоделанные! Думаете, запереть меня здесь и забрать Марину? Вы поплатите! Шикарная игра. Можно с друзьями играть. Цветош в Марине больше нет. И это славно. Аделаида, конечно, еще та бестия, но ее запала хватит, чтобы уничтожить всю секту. Такие люди на вес золота. Узнай, не нужна ли ей помощь. Попробуй эту игру. Башня снесет напрочь. Обалдеть! Каждый раз что-то новое. Эй, это я. В общем, слушай меня внимательно. Я готов терпеть твоего хахаля в моей Марине. Но заруби себе на носу. Пусть только рискнет подойти к моей черпалке. Я никому не угрожаю. Если скажешь своему адвокату, что угрожаю, я взорву твою тачку. Так бы целый день и играл. Обалденная игра. Попробуй обязательно. Ублюдки думают, что могут просто так брать мою собственность? Мы что, в Канаде? Аделаида Драбман, рада познакомиться. Спасибо, что помог мне вернуть Марину, но у меня случилась беда. Сектанты украли мой тюльпан. Это самый проворный вертолет во всей Монтане. И я не позволю этим святохренам украсть его у меня. Я честно получила его при разделе имущества. Этот ходячий импотент покрасил его в уродский майонезный цвет. Поэтому, чтобы найти его, тебе придется опознать пилота. Это будет просто. Все остальные вертолеты водят женщины. Мы вместе раньше летали по выходным, но после того, как эти метелки вступили в секту, я знать их не хочу. Так что, если ты случайно собьешь предательниц, ничего страшного. Что скажешь, детка? Поможешь, и мы с тюльпаном будем помогать тебе. Рядом с фортом Драбманов какая-то стрельба. Я бы сказала, что Драбманы сами справятся, но все-таки лучше подстраховаться. Давай им поможем. Нужно попуститься. Спасибо за помощь в Марине. Здесь водится гигантская рыба-альбинос. Местные называют ее Рагнар Ужасный. Народ уже давно пытается поймать Рагнара, но он не поддается. Он обычно плавает около вон того островка. Все обрадуются, если ты его наконец поймаешь. Думаю, у тебя получится.
все нужно уметь делать своими руками. Надо было взять во что переодеться, а то вся взмокла.
бы уже осень. Лучшее время для брачных игр на свежем воздухе. В тюрьме ли спас нас? Спасибо. Как жизнь?